С точки зрения биологии, сознание – это всего лишь работа большого количества нервных сетей в головном мозге. На этих кадрах мы можем наблюдать за развитием и поведением такой сети в лабораторных условиях. Сама нервная сеть состоит из клеток, которые называются нейронами. Один нейрон может связываться сразу с несколькими соседними за счет образования коротких и длинных отростков. А на месте контакта возникает структура, называемая синапсом. Через синапсы происходит передача и обработка информации, которая поступает как от других нейронов, так и органов чувств и рецепторов внутри организма. Таким образом, мозг может регулировать работу внутренних органов и осуществлять высшую нервную деятельность.